скотина, услышал, спасибо. Что я еще должен услышать? Ну, могу сказать всем привет. Надеюсь, сегодня мы устранили пис комаров, ведь мы купили рейд от комаров. Знаете, такая реклама раньше была, где комары такие все в страхе, такие рейд, и все, и комар минус. Еще, по-моему, был телесериал на игре назывался. И там был комар. Там был док, комар и еще кто-то. И, кстати, комара тоже убили там. Кто понял, тот понял. Текс. Ладно. Пожалуйста, водичка ваша. Я как стюардесса, которая... Ваша водичка. Колу, да, пожалуйста. Блин, в самый раз. Она сейчас холодненькая. Эти газики, вот эти газики. В самый раз. Пока стоим на поиске в игру, решил поиграть за такого шоколадного Мурадина. У него там всякие вкусности, пряности в руках, в качестве оружия, на спине. Сам он весь в шоколаде, у него он борода шоколадная. Так, кто у нас в составе команды уже входит? Можно, пожалуйста? Быстрее. Я этот... Погоди, я Дарт Вейдер, давай. Ладно, блин, я думал... Ой. Я думал, она не открыта. Пардон, я думал, она не открыта. Не хочу я... Ой, ой, ой. Я думал, она не открыта. Пардон, пардон. Не, ой, 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 ой. Простите, я пролил на книге. Ой, ой. Пардон, пардон, ребят. Меня сейчас убьют. Мне тапком. Нет, только не тапком. Только не... Да все, все, утираю, все. Все, все. Все, брат, все. Все, брат. Все хорошо сделал, брат. Все нормально. Все, брат. Спокойно, брат. Не брат ты мне, брат. О, Кока-Коля. Самый раз холодненько из холодильничка. Что? Да все, я вытер. Да, блин, я все. Я все по 100 раз вытер. Ничего страшного, книги будут со вкусом Кока-Колы. Знаешь, многие говорят, что там деньги не пахнут, или, ну вот, теперь вообще все бумажное здесь будет пахнуть в этой комнате. Ой. Да все, хватит, я что, протирала какой-то, не нанимался протирать? Ребят, меня заставляют протирать все. Я, блин, запустил стрим, чтобы начинать протирать, блин. Давайте сделаем отдельный контент, как я буду в роли домохозяйки ходить все протирать. Это горничный. Пиздец. Так, плохо, плохо. Я почему-то потратил вот прыжок. Лунара в беде. Или в беде. Не знаю точно где. Притягивай. Блин, чуть не добили, отходим. Давайте, 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 пожалуйста. Добили? Захилилось. Да ё-моё! Ну хоть один бы пришел бы добили. Ну хоть бы один пришел. Он до этого чуть не сдох. Отходи, отходи, в камеру играет. Отход, отход от гонзища. И сдаешь кристаллы. То есть ты прыгнула перед ним и сдаешь кристаллы сразу? Нормально, нормально. Работает схема. Так, бабка старая какая-то говорит, что нужно ей кристаллы силы вернуть. Видимо, у нее проблема со спиной.
Мы должны помочь. Застанил. Есть контакт. Блин, а минус Тасадар, как обычно. Блин, заметьте, Тасадар постоянно выносит. Постоянно. Вот, тупо. Застанил Валу. Вала застанил. Минус Вала. Так. Оставьте ее. Да нахрен. Пусть они там бегают. Хаммер здесь сейчас стоит. Можем попытаться Хаммера вытащить. Хотите, попробуем? Ну, я могу рискнуть и прыгнуть сюда. Играем, играем, играем. Играем. Подходи, в тебя играет. Стандал, отходи. Есть контакт. Уходи, уходи, уходи. Все. А? 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 Хорошо сыграли, хорошо сыграли, да. Минус. Минус идиотус. Минус падрус. Пытаюсь добить Хаммера. Блин, Хаммера! Да-да-да-да-да-да-да! На нахуй! Меня бьют, у меня башня, у меня все играют. Нет, только не пуш, только не пуш, только не пуш. Вала, Вала бежит за мной. Вала, Вала, помогите, помогите, помогите. Дал ей стан, нет, не дал стан. Все, убегаю. Фонтанчику. Вот это я выжил, да. Есть контакт. Давайте Валу теперь запиздим. Валу, Валу бьем. У меня урона особо нету. Поэтому не могу ничего сделать. Дал стан, кому хрен знает. Убегаем. Прикрываю, беги. Прикрываю. Меня не могу, я не могу дать стан, ничего нету. Он уходит, убегает. Не попадись на ботов не попадись. Все. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Отлично, вообще ушли. Чекаем босса. Босса чекать. Так, пишу чек. Сру. Я написал сру почему-то, видели? Чек. Ха! Ультой скосила! Лошара. А, не отвлекаемся на нее, надо босса чекать. Да-да-да. Блин, да ё-моё! Почему мы постоянно опаздываем? Почему? Вот с лагерем опоздали, здесь мы опоздали. Да пофиг, убиваем их, убиваем, убиваем. Мы должны их убить. Пожалуйста, хоть кого-то, ну хоть срань вонючую. Вот эту маленькую жопу. Хорошо, все, дефим, дефим лагерь. Подбираем все кристаллики, все подбираем. Дефим босса. Враги мне. Так, подбираю сердечко. Так, заплатили кристаллы, все, идем по центру. По центру идем. Сопровождаем этот лагерь. Пойдемте. Блин. Все, идем, идем, идем. Кувалду, кувалду, пожалуйста, кувалду. Очень хочу ее убить, очень хочу убить. Отомстите за ее ульту. Обходим, лунар обходит, да. Лунар обходит колду. Блин, она съебалась. Она как чувствовала, что ее убьют. Знаете, это как баран чувствует, что его сейчас зарежут. Тут. Так же убежала. Я сейчас хочу ворваться, но думаю, башня будет играть. Плохо, плохо, плохо. Играет тем более в эту. Есть контакт. Минус два. Молодец. Ага. Как вам повезло. Отходите, отходите, пожалуйста, убегайте. Убегайте, все, уходите. Как вам повезло. Вас бы сейчас кувалда снесла двоих или троих. Этой ракетой. Опа. Попался в рот. Сам себя зажал. Вот так тебе и надо. Отходим, отходим, в ульте не стоим. Да вижу, вижу, сейчас подберу. Опять она ульту скосила. Она все пытается меня ульты попасть, постоянно промахивается. Хорошо. Так, что там происходит? Да я вижу, он убегает. Они лагерь берут. Они меня уже увидели, но в любом случае бы увидели. Дал стан. Да блин, почему нет поддержки? Ну я сто раз показал, блин, это же очевидно, что они здесь. Пожалуйста, боже мой, пожалуйста. Да, я помру, но насрать. Все, я ухожу. Или не ухожу, или меня сейчас бот убьет. Меня сейчас бот вонючий убьет. Нет, я не хочу умирать. Ох, как я затащил, как я затащил. Видели, я успел постоять, чтобы наши успели подойти, чтобы те не забрали лагерь. Блять. Я не затащил, получается. Я думал, сейчас еще и сдохли. Ну, такой просто нужно раньше пресекать, нужно раньше идти заранее. Там же один лагерь, это понятно, дураку, что они там будут. Вала. Опять она скосила ультой по мне. Лохушка. Она каждый раз, она еще, по-моему, ни разу по мне ультой вообще не попала. Постоянно косит.
Она раньше времени дает. Стану тут. Играю в Назиба. Блин, не убить никак. Так, отхожу. Идем дефать. В кувалду будем играть, нет? Я сыграл в кувалду. Да, блин, хорошо дефать. Отходим. Блин, я думал, что мы убьем кувалду и кого-нибудь еще там. Отхожу, здоровья нет. Отходи, ты одна, отходи. Да, блять. Сука. Из одного человека должен возвращаться и сдыхать. Тебя все равно никто не убил. Ну ты же видишь, как мы оперативно сдриснули вместе с Амуром, или кто там был. Вот сейчас нужно идти туда, наверх, наверх. Я как человек, который умер, буду вас координировать. Как это любят многие делать. Типа, от меня ни хрена не влияет, я просто буду показывать, вам сюда нужно, я так вижу, мне так виднее. Лагерь, вот это дефит лагерь. Я серьезно говорю, они сейчас сюда пойдут. Смотрите, я вангую, сейчас они сюда пойдут. Пожалуйста, встаньте сюда, помогите мне. Будьте умничками. Пожалуйста, помогите мне. А где вы нахрен там стоите? По кого хрена вы лагерь берете, блять? А что это происходит вообще? А где все-то, ёптать? Проебали, да. Проебали, потому что помощи нету никакой. Ну почему? Блин, ну это же очевидно, понимаете? Вот я просто не понимаю вот этой херни. Вот эта Лунара сейчас зачем-то сверху что-то там делает. Зачем, если они берут лагерь? Это очевидно. Мы можем их встретить, убить их разом. Они пошли, они не ожидали, что с туманом им прилетит стан. Двоим сразу. Причем я обновил таланты, дал второй стан, и все равно ни хрена никого нету. Все оставались позади. Ну то есть, какая разница? Вон, блин, Вала, пожалуйста, можете убить Валу. И что? Что? Что это за херня? Что это за херня? Мы Валу, блин, полгода били. Я ей два стана отдал. Полгода били Валу, чтобы убить одну Валу и лишиться... Сколько? Два сдохло, чтобы убить одну Валу. Ну, вот смотрите, я показываю Валу. Смотрите, Валу. Так? Я иду, обхожу по-умному сзади. Не иду в лоб. И что мы видим? Так, так. У Валу 20% здоровья. Мы можем ее вообще убить, нет? Есть, наконец-то, блядь. Не прошло и полгода. Минус два. Так, я пытался догнать кого-то там, кто убегал. Да я понял, что дефать, блядь, я вернусь на деф. Я просто пытался догнать. Хаммер, Хаммер, вот, пожалуйста, вот вы это видеть должны сразу на мини-карту, блядь, свои глаза вонючие китайские опустить и сразу увидеть Хаммера. Видите, вот Хаммер. Все. Да ё-моё! Ну как мы, блядь, никого, вот сука! Ну я бомблю, потому что, да, Лунари, пизда, потому что нехуй ей было одной оставаться. Я показывал Хаммера, играть Хаммера. Что было, сука, своим мозгом тупым допереть, чтобы сыграть все вместе Хаммера, который ближе зашел к нам? Я просто этого не понимаю, блядь. Никогда не пойму эту хуйню. Дебилизм, блядь, ебучий. Уходим. Все, я не... Сука, меня притянул стежок, заебись. Это вас... Кис, я сейчас проебу 31 кристалл. Простите, пожалуйста, ребят, 31 кристалл проебу. Или не проебу, не знаю, что будет. Не проебал. Выжил. Пойду заплачу. Напишу, что пей, пей. Пипей. Пипей это, блядь, не знаю, что это. Пипей, блядь. Они лагерь берут, скорее всего. Может быть, даже наш. Показываю, что опасно в этих точках. Лагерь, лагерь. 17 кристаллов сдает Тасадар. Пожалуйста, возьму лагерь. Боже, мне на эту игру терпения, мне кажется, не хватит. Вообще не хватит. Я придамажил Тасадара по людям, я придамажил Самуры по людям, я придамажил тебя по людям. И не придамажил только Лунару, блин. Придамажил Стишка, придамажил Валу по людям. Это вообще ненормально. Это вообще нахрен ненормально. Дамага мало очень. Бля, ебать! Ебать!
Да, пацаны, вот это вот... Это просто жопа. И мы смогли убить только одного человека. Лунара смогла его убить. Все. Охрененно, да, пацаны? Охрененно. Это ненормально. Ненормально. В самом начале игры я сказал, что у них есть преимущество, потому что у них есть вонючий хаммер. Я всегда при врыве пытаюсь играть в хаммера. Но как мы видим, у хаммера сколько здоровья постоянно? Фул здоровья у него, блядь. Фул, нахуй. Хилов нету, напоминаю. Хилов нету, но у него фул здоровья. То есть все играют в Стишка, блядь, в Гензи, у которого есть несправедливость урона, который может съебаться, в Назибу, у которого есть стазис. Никто, ну, мало кто играет в Хаммера. Надо играть в Валу и Хаммера в самом начале. Вала вообще ближе всех стоит. В итоге мы даже Валу не убили. Сейчас при стычке нас просто снесли. И они, смотри, как быстро дефят. Они очень быстро задефали все. Все, резаюсь, 3 секунды. Жесть, просто жесть. Напряженка. Попробуем убить... Хаммера, блять, он светится. Он уже светится, сука. Раньше я светился. Я не буду ждать, потому что, блин, я не буду ждать. Потому что я-то урод шатал вас ждать. Пока вас дождешься, можно умереть, блин, со скуки. Отходим. Он ульту юзнул, отходим. Так, Они босса не берут в случае? Здесь! И никого опять нету, блять, хоть один вонючий хрен подойдет сюда. Мне пизда. И... Блять. Мама Мия. Мама Мия. Ну в чем я не прав, блять? Скажите, нахрена нам нужна команда? Команда, которая не может выцепить ни одного человека на всей ебаной карте, которая состоит из всего лишь трех линий. Вероятность 1/3 где-то кого-то выцепить. Сложно, блядь? Не сложно. Пойти втроем, в четвером, да пусть хотя бы не в пятером, втроем на одного человека сложно? Не сложно. Самура подошел? Подошел со мной. Мы убили Хаммера? Не убили. Блядь, мы вдвоем не смогли убить одного вонючего Хаммера. Урона нет вообще. Это вообще не смешно. Это ужас. Да, они берут босса, хорошо, блядь. Я только риснулся. Наши есть вот кто риснулся. Вы. Хули не на боссе. Ждете меня? Да. Врывайтесь, блядь. Ну и что толку сейчас? А я не пойду уже. Я не пойду. Хуй вам. О, о, вместо фака вам. Вот так вот фигу покажу. Вот такую. Поднятую вверх. Класс. Я не пойду. Вы понимаете, что вы тупость делаете, блядь? Тупость, ты сказал, нахуй. На босса идти. Ты только сказал, на босса. Почему не на боссе? Сколько я резался? 40 секунд. Вы за 40 секунд? Вы были здесь. Я видел, где вы были. Вот, не даст соврать, вы на карте были вот здесь и вот здесь, вот здесь. Вы были рядом с боссом. Вы могли подойти туда. Заранее могли подойти туда. Заранее. Вы этого не сделали. Правильно? Правильно. Смотри, вот благодаря Рому только сейчас убили. Рома только ворвался, уже убили. Ты вот именно, что ты ничего не можешь сделать, ты должен дождаться всех. Ну, блин, было 4 человека воскрешенные, 4. Со мной было 5 уже, ну, если вы помните. Блин, не могу, подожди. Сейчас поговорим, блин, хоть хочешь пообщаться. Не могу ничего сделать. Добить не можем, мы, видите, никого добить не можем. Пфф, никого добить не смогли, это пиздец. Вас было 4 человека, кто был воскрешен. Вы могли успеть дойти до босса. Вы, смотрите, ваша тупость заключается в том, что вы пошли на босса, когда они уже его взяли. Зачем? Нет, мы начали воевать, когда они еще его не взяли. Они его взяли, когда мы только подходили. Ты можешь это посмотреть на повторе. Они его взяли, когда только вы подходили. Оставь надежду, она говорит. У тебя Маэф сказал, оставь надежду. Это все, что касается нашей игры. Оставь надежду. Есть. Минус Вала. Дота ее добила. Я ворвался, дал стан, и Дота смогла добить ее. Блять! Скосил. Скосил. Опять они возвали к силе какой-то неведомой. О, кто-то хочет дефать, да?
Друг мой, мы не сможем задефать. У нас у башни осталось... Сколько здоровья? 10%? Ищ плюс щиток. Если мы сейчас их не убьем, они нас убьют. Лунара сейчас зря дефит вверх. Надо центр дефать. Центр не задефил, нам пизда. Это кратчайший путь к башне. Блять, не могу попасть. Забей. Забей, забей, забей. На низ дефать. Низ, 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 низ. Низ. Мы ничего не можем задефать. Вообще ни хрена. Блять, он поставил эту, еще эту хрень. Он поставил эту хрень еще. Пожалуйста, пожалуйста, дефим. Дефим, дефим. Как боженьки дефим. Мы должны задефать. Дефим. Не отпускайте, пожалуйста, его. Валую только то. Блять, сука, она меня застанила. На, стан ей дал. Стан, пожалуйста, не отпускайте ее нахрен. Не отпускайте. Дефим, я пошел дефать, короче, низ. От ботов маленьких. Нам нужно камбэчить. Это ужас. Это просто ужас. Вроде бы и нормально играем, а вроде какая-то хуйня. Ну, честное слово. Хотя я изначально был такого мнения, что мы проиграем, потому что не хаммер. Потому что в хаммера никто не играет. Вот хаммер. Хаммер, помогите. Я заранее показал. Вот. Дал стан. Стан дал. Есть контакт. Есть контакт. Видите, можем, когда хотим. Можем. Гэнзи, 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 Гэнзи. Гэнзи. Его выцепить просто нужно. Где он? Вот он, вот он. Блять, он съебался, съебался, съебался. Пытаюсь догнать его. Не догнать. Он две ульты отдал, не знаю. Не догнать его. Когда этот задар отлетел? Вот вы видите! Он сам один, как еблан, там что-то ходит, блядь, сдох нахуй. А потом, блядь, все, мы в меньшинстве и проебываем. Заметьте, блядь, сколько бы мы сейчас не убили, мы Вала убили, убили, на, там, кого там мы еще убили, Назиба, блядь, я хуй знает, стишка, блядь, хуй знает, короче, кого мы там убили. Они же все риснулись. Пока мы, блядь, что-то там сообразим нахуй в своих головушках, блядь, трезвую мысль, они уже 100 раз риснутся. 100 раз они уже риснутся, блядь. Куда, да, босса дефить, блядь, они не будут брать босса, алё, нахуй. Они не такие тупые. Играем. Блять, мы Назиба убить не можем, твою мать нахуй. Урона, блять, вообще как жопой жуй, бля, в кавычках. Злой, блять, я. Я возвращаюсь на базу. Я вам не советую сдыхать. Очень не советую, крайне. Вернитесь на базу, мы отыграемся, если это вообще возможно. Боже, блядь. Копись, щиток, копись. Больше. Я бегу с респа, блядь. Вы сами начали брать босса. Аккуратно. У вас у всех мало здоровья. Не попадайтесь на его стан. И к нам могут прийти слева. Блядь, я не знаю, что сделать. Либо мы вместе с боссом идем. Вместе с боссом эти ребята. Либо нас проносят линию снизу. И выигрывают так. Я не знаю, короче. Это вообще рискованно вместе с боссом идти. Нас могут выиграть. Короче, вместе с боссом. Вместе с боссом. Все, все. Пушим, пушим. Пушим. Лунара где? В пизде Лунара, блядь. Вот ждем. Ждем. Где Лунара? Какого хуя она пошла на центр? Какого хуя она пошла на центр? Что-то не так, блядь. Реально что-то не так, нахуй, блядь. Не так у нее что-то, блядь. Вообще все не так, блядь. Хули она на центре делает? Бараны, блядь, ёбаные. Нет, в квалду никто играет. Сейчас квалда добьет. Квалда добьет. Смотри, сейчас квалда их выстрелит. Аккуратно, вы можете отлететь. Нет, нет, все. Это просто срань тупая. Тупая срань. Почему Лунара пошла дефать лагерь, который она, блядь, не задефала нахуй до конца? Она даже его не задефала до конца, блядь. Ну просто тупость. Нахуй она вообще... А вы понимаете, какая от нее польза, если она пошла дефать лагерь, его не задефала, и при этом нам не помогла запушить. У нее ульта сильная, которая могла помочь кого-то убить. И нам надо платить, пожалуйста, платить. Пэй, пэй, пэй. Пожалуйста, только не файтиться. Я не хочу файтиться, пожалуйста, нет. Сука, как я ненавижу вас, блядь. Как же я вас ненавижу просто всем сердцем, блядь. Отходи, отходи, отходи. Я не хочу сдыхать. Я не хочу. Я хочу заплатить свои 16 кристаллов, и все, блядь, и выиграть матч. Пожалуйста. Пей.
Pay. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, прошу, заплатите. И только потом может дефать, что хотите, делайте, только сначала заплатите. Блять, ну заплатите свои ебаные кристаллы, нахуй. У нас сколько? У нас 15 кристаллов есть. Заплатите, пожалуйста. Какого, сука, эти кристаллы, блять? Самура, блять. Хуй момент, блять. 5 кристаллов зажидил. Отходим, отходим, нет, не файтимся. Отходим. Блять, как вы заебете. Да, давайте. Я отхожу, отхожу. Зачем ты эту хрень сейчас юзнул? Не надо было юзать. Пей. Ребята, нам нужно заплатить, пожалуйста. Ну, я не знаю, блядь, вот, сука, 7 кристаллов у этого пса, блядь, и 4 кристалла у этого пса, или сколько там, блядь. Ну, нужно, чтобы он заплатил. Мне кажется, они ждут босса. А я... Да похуй, кого они ждут. Тасадар, сука, блядь! Сука, шлюшья, блядь! Вы видели, что он сделал, этот урод, блядь? Он просрал нам игру, блядь, шлюши, пизда, блядь. Окей, блядь, окей, нахуй. Окей, Google, блядь, твой ебучий, блядь. Урод, блядь. Заебись, Тасадар. Пошел ты нахуй. Нахуй иди. Один кристалл, блядь, не смог донести, сука. Я ему показывал, Тасадар, блядь, миленький, подойди, нахуй. Положи этот ебаный кристалл, сука. У него было 7 кристаллов. Этот чмошник один пошел к ним, чтобы сдохнуть. Просрал 7 кристаллов. И мы сейчас можем игру просрать именно с одного уебка, блядь. Сука. Я просто ненавижу вот эти игры, блядь. Когда люди, блядь, могут выиграть, у вас все для этого есть, и вы все равно всираете, блядь. Хаммера, никто не играет. Хаммера, убивайте их. Бейте этого монстра, монстр бейте. Аккуратно, аккуратно. Лунар может лететь, лунар может лететь. Лучше вернись на базу, все, 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 вернись. Вернись, дохилься. Дохилься. У меня 19 секунд. Боже мой, один кристалл. Пожалуйста, один кристалл, блядь. Пожалуйста, сука, один кристалл, блядь. До босса еще минута, нахуй босс. Ну же, пожалуйста, кристаллик один. Это пиздец, это вообще игра пиздец какой-то. У меня нервов не хватает на эту игру. Все. Сейчас идем с тем лагерем, который будет ближе к... Они лагерь берут. Че, будем отбивать? Вала, 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 вала. Вала, вала. Ла-ла-ла-ла. Не-не-не, поддержки нет, я отхожу. Я не знаю, с кем наши фатятся. Вообще плохая идея. А ты где? Я не могу сейчас посмотреть по карте, здесь вала. Она со мной пытается фатиться. Ребятки, ребятки. Блять, как я скосил нахуй? Это хуйней. Не, вала мне не соперник. Иду к вам, пожалуйста, блять. Я показывал помочь мне 100 раз нахуй. Фатится там, блять, хуй знает с кем нахуй. Теперь я иду к вам помогать. Не могу, не мог я сразу к вам прийти. Я сфайтился с этой вонючей валой. Все, победа, блядь, будет элементарнейшая за нами. Сука, как сложно, блядь, было вот это сделать и все. Что это нихуя не найс, блядь. У меня, блядь, все нервные клетки померли, пока мы играли в эту игру. Это просто пиздец. Хватит танцевать, блядь, урод жирный. Хули ты танцуешь, иди нахуй. Ходи он за... косой. Косой мудак. Я ему стандал. Есть. Вот так вот. 86 тысяч дамага у меня. 86. И только под конец Тасадар смог перегнать меня по дамагу. Заебись. Молодцы. Умнички, блядь. Это пиздец. Ну, конечно, катка получилась охрененная. Реально охрененная, но... 40 минут играли, да. А Рома здесь вообще нахуй нет. Ладно, Лунари поставлю. Лунара единственная нормальная здесь средина. Тасадар вообще бы не отдал бы голос. Реально. Лунара хорошая. Тебе бы отдал, но ты со мной начал спорить, поэтому бы не отдал. It was at this moment that he knew. He fucked up. Шучу, шучу, да. Ай! Смотри, зафиксировано все. Я пойду в полицию жаловаться. Все зафиксировано. Видели? Меня кидаются. Yeah.